Привет, ребята! Покажу наши покупочки за последнее время. Что-то купили прям вот только что, а что-то пришло на днях. У нас тут Озон, Вкусные точка и Фикс Прайс. Давайте начнем с мамы Му. Василиса любит книжки мама Му и Кракс. Мы, не знаю, все, что в библиотеке было, мы перечитали и по несколько раз. В общем, сама она их берет, выбирает. Ребенку нравится. Решила заказать ей пособие. Также и Петсон и Финдус она любит. И у нас вот мы уже проходили одно пособие. Петсон и Финдус показывала вам. И еще одно придет. Я заказала, тоже покажу вам. Так, мама Му. Как раз рождественские головоломки. Были они по хорошей цене, поэтому взяла. Именно вот это Рождество останется нам на зиму. Вообще ничего страшного, полежит, подождет. И как у нас эльфы, да? Вот да. Этот 101 пропавший эльф. Да, да, 101 пропавший эльф там ждет. Еще я хочу Петсон и Финдус Рождество тоже купить. Сейчас они пока весна-лето, они очень, ну, скидки на них хорошие. Здесь вот такого плана задания, они вот... Именно мама Му черно-белые, а вот Петсон и Финдус, они цветные картинки. Ну, нас это вообще не смущает. Мы вот. Можем раскрасить. Вообще, если есть желание, пожалуйста. Вот. Но Василисе очень понравилось. Боль. Да, она прям довольна. Да. Кракс, это, у него вечно что-то блестящее такое. Ну да, он же ворон. Как так, но здесь есть цветные наклейки. И здесь есть вот как раз-таки... Домик для Кракса. Рождественский домик Кракса, да. Мы просто каждую зиму делаем с Василисой рождественскую деревушку, и нам прям вот идеально в нашу тему вот этот домик Кракса. В общем, класс, мы его сделаем, на Рождество будет в нашей рождественской деревушке стоять. Так, здесь вот такие вот наклеечки, типа можно поздравить кого-то. Такого... Или заклеить подарок кому-то. Да, или на подарок, точно хорошая идея. Вот. Путь по Краксу. Да, его домик, который соберем. И есть ответы. В общем, нравится. Василисе тоже понравились. Прям хорошие. Дальше. Мама Му Кракс, и Кракса. Книжки с заданиями. Что они тут делают? Задания? Да, разные задания. И тут есть какая-то небольшая всегда история. Вот. Знаю, что мама Му не всем нравится, но вот Василиса очень любит. Вот эти тоже по цифрам, это ее любимое задание, соединять да. По точкам, по цифрам. Поэтому мы это приветствуем и нравится. Вот здесь наклеек много, мама Му в разных на позах. Велосипеде. Да, на качелях. Помнишь из книжки? Да, она качалась и спрыгнула. Да, главное, чтобы дети могли играть, согласна, поддерживаю. Да. И вот тут разные тоже истории, к ним задания. В общем... Не знаю, мне очень понравились. Ну и как бы то, что они черно-белые, нас вообще не смущает. В конце есть ответы. Так, и последнее из того, что мы купили с мамой Му, это Кракс. Мама Му и Кракс считают. Считают. Сколько коров, гвозди, яблоки. Да, большие и маленькие звезды. В общем, грибы. Да, здесь вот тоже идут наклеечки. Это, смотрите, цифры? Как такой на цыпочках и в очках. Деловой, да? Да, такой. Вот, и мама Му и Кракс здесь. Вот такого плана. Задание. Мне, кстати, даже если, учитывая, что... Ой, задумался. Ну, скорее всего, мне кажется, он ударился головой. А даже учитывая, что здесь черно-белые иллюстрации, мне даже в таком формате они нравятся. Ну, сейчас. Раскраска по номерам. Да, если есть желание, можно все это дело раскрасить, можно не раскрашивать, кто как любит. И примеры в конце. Кстати, ответов здесь нету. Так, это вот то, что было у нас с Озона. Дальше заходили сегодня во Вкусную точку. Мне нравится их коллаборация с издательством Клевер. И у них была когда-то серия таких вот же формата маленьких книжечек, задания с наклейками. Мы купили все, что нашли. Вот, хорошие там были задания. Сейчас уже, конечно, все прошли давно. Вот, но прям нравится мне. Знаю тоже, опять-таки, не всем подойдет, не всем понравится, мы говорим за себя. И вот у них серия сейчас есть, уже были у них лабиринты от Клевер в твердой обложке. Вот они сейчас, не знаю,
Правда, может быть, вы мне скажете, это повторение той серии, которая была, либо они новую сделали? Не могу сказать, потому что тогда мы вот не покупали вот именно лабиринты в твердой обложке. Мы когда узнали про вот эту коллаборацию, то они уже книжки с наклейками, с заданиями выпускали. То есть таких лабиринтов уже не было. Вот, нам понравились из тех, что были в нашем магазине, это... для юных гениев лабиринты и лабиринты с животными. Там еще у нас были лабиринты с пиратами, Василиса не захотела. Других, но я не люблю. Да, в других в нашей вот вкусной точке не было. Так, давайте тоже полистаем. Тут здесь, пахло какая-то. Ну, клеверовские, мне нравятся клеверовские лабиринты. Тортик как... путешествия. Да, вишневый дом. Как у них иллюстрации, и, ну, в принципе, да, тоже много раз говорила, что клевера у нас очень много лабиринтов клевер. Мне кажется, тоже мы скупили все, что вкусно есть. Вкусно пахнет, кстати. Да, подводный тут мир, снеговики. Ну, такая она не тоненькая, но классно, что какой подарок, что они в твердой обложке. Все-таки приятные, удобно брать куда-то в дорогу. Вот мы, например, поедем на конференцию, обязательно возьмем. Просто простой карандаш. Резинка и... Да, возьмем с собой одну или две книжечки и, пожалуйста, можно даже в машине делать. Дальше, в мире животных. Вот такие тут, кстати, очень милые задания. И, скажем, пиццы эти, да. Угощения. На кто пляже. Может быть, кстати, есть какие-то повторения из... Вот это я вижу, повторения. У нас есть в каком-то большом... Ракета-морковка. Пособие от клевер. Вот это точно есть, я помню. Но вообще, меня Василиса любит, поэтому пройти еще раз некоторые вполне себе можно. Обед для альпаки. Вот, модная такая альпака. В саду. Мама, ты где? В принципе, кстати, за клевер водится то, что у них повторяются лабиринты в разных пособиях. Что это? Единорожка нашлась. Да, корона принцессы. Вот. Мне, в общем, понравились. Василисе тоже. Дальше, что купили в фикс-прайсе? Давно уже все у меня на телеграм-канале купили и использовали эти, раскопали эти наборы с мамонтом. И не только вообще эту серию. У нас их только завезли. И там много костей динозавров. Я не хотела, потому что динозавров мы раскапывали очень много кости. И не только кости динозавров раскапывали. В общем, этого у нас добра целый этот там коробка. Хотелось мамонта, что-то необычное. И вот взяла его. Василисе, так, где он тут открывается? Васенька, можешь ножичек, пожалуйста? Я думаю. Вот здесь. Да, здесь, кстати, такой большой брусочек. Ну, и инструмент. Он и, видите, здесь даже видно, что здесь мамонт будет внутри. Идет в пупырке в такой, как в пакетике. И, кстати, неплохие тоже инструменты. Кисточка тоже. Кисточка, есть. Молоточек, стек. Инструкция тут есть еще. Да, инструкция, как раскапывать. Как выбирать. В общем, неплохой наборчик. Взяли. Давно его хотела, но в нашем не было. Также Василиса выбрала вот такие вот наклеечки, стикеры. Тут с принцессами. Очень похожи на ее... Enchantimals. Да, очень похожи. В общем, девичья тема. Там, кстати, их целая серия в фикс-прайсе. Есть и мальчишечки тоже темы. Так. Веселая вселенная на тройном скотче. Тут с заданиями. Пособие и наклейками. Вот они идут. Наклеечки. Ну, прикольно. Но, кстати, там их тоже целая серия. Но в нашей были только вот эти вот. А здесь их вообще, вот у нас получается вселенная на тройном скотче. Вот это на розовом фоне. Есть еще астероид отдыха, жизнь налегке и светлячки и моторы. У нас их не было в нашем фикс-прайсе, только такие взяла. В общем, нравится. Тоже они идут, кстати, от Мозаики. Дальше. От Мозаики Kids. Вы знаете, что я люблю эту серию. У нас есть и панорамки с этой серии, и мы покупали загадки с наклейками из этой серии. Вот Мозаика Kids. И у нас есть Арктика.
Да, мы купили. И тогда, когда мы были в прошлый раз, этих не было. Арктику мы взяли. И вот в этот раз взяли удивительная Австралия, высокие горы и знойная пустыня. Как мы занимаемся с этими пособиями, так же, как вот и панорамки, и загадки тоже проходили. Я Василисе загадывала загадки, она отгадывала. Панорамки открываем, читаем. Здесь, например, Василиса находит животное, выбирает и читает про это животное из вот этой вот книжечки сама. Вот. И на фон, вот здесь вот такой фон получается. И сзади тоже, наверное, Да, с какой-то. другой стороны, вот он такой большой фон, и приклеиваю. То есть выбрала животное, приклеила и про него прочитала. И чтение тренируется, и интересно про всяких разных обитателей прочитать. Мне нравятся иллюстрации вот эти вот от Мозаики Kids, и что Денег. есть кратко про разные интересные факты про животных. В общем, то, что попадается мне в фикс-прайсе, я покупаю из этой серии, потому что эта серия мне нравится. Вот. А панорамки, кстати, книжки у Василисы вообще с раннего детства с ней. Дальше. Высокие горы. Здесь тот же самый принцип. В серединке наклейки. Василиса выбирает животное, приклеивает на фон и сама читает интересные факты про этого О, какая черная животного. коза. Можно использовать на занятиях, можно использовать как свободное чтение с ребенком, можно взять, там, не знаю, тоже в поездку, в путешествие взять с собой. Все так интересно, интерактивно получается чтение. Ну и клеить наклейки и клеить наклейки, да. А дальше и удивительная Австралия, тот же самый принцип, какой тоже. фон здесь. Наклеечки. И тоже Василиса выбирает наклеечку, приклеивает на фон и потом читает про это животное сама. Мы так их используем, нам очень нравится. Так, вся серия. Вот она у нас есть. Холодная Арктика, тропические моря у нас есть. И все, по-моему, да? Нет, у нас это и это есть. Это. А Тропического моря, по-моему, тоже есть. А, Нет. нет, это у нас было загадки с Панорамка и наклейками. загадки. Да, панорамки и загадки с наклейками у нас есть эти моря. Вот, то, что буду находить еще, буду брать. То, что мы целую игру с ними придумываем. А вам хороших занимашек и всем пока-пока. Пока-пока.